Эмомали Рахмон принял спикера СФ России. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Тиджей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял во Дворце нации в Душанбе председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Российский спикер СФ находится в Душанбе для участия в межпарламентском форуме «Таджикистан. Россия. Потенциал межрегионального сотрудничества». Рахмон и Матвиенко обсудили состояние и перспективы дружественных отношений между Таджикистаном и Россией, в том числе межпарламентских. Глава государства высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в укрепление партнерства двух стран. Стороны обменялись мнениями о взаимоотношениях двух стран, деятельности межправительственной комиссии и таджикско-российского межпарламентского форума по развитию стратегического партнерства, говорится в сообщении пресс-службы. На встрече прозвучали планы по расширению торгово-экономического сотрудничества, привлечению российских инвестиций в экономику Таджикистана, особенно на региональном уровне. Спикер Совета Федерации проинформировала Рахмона о текущей ситуации вокруг Украины. «Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем Путиным. Он просил передать вам дружеский привет, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал вашу последнюю встречу в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге. Поручил мне проинформировать вас о ситуации, которая сейчас происходит вокруг Украины», сказала Матвиенко на встрече с Рахмоном. Также стороны обсудили культурно-гуманитарную сферу взаимодействия, трудовую миграцию, образование, развитие русского языка. Отдельной темой разговора стал вопрос обеспечения учителями русских школ, строительство которых ведется в республике правительством РФ. Подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.